Уникальность Покровского собора, все знают его как собор Василия Блаженного. Уникальность Покровского собора заключается в том, что его построили за два года. Представляете, вот это вот построили за два года. И без строительной техники, они же вручную строили. С праздником! Праздником ваших людей. Сильно плакать не надо, чуть-чуть. Радость. Я знаю от радости. Особенно. То есть полковник лейтенант Борисов для вас диплом прибыл. С окончанием училища. Служу России. Настрой. Есть. Соник. Да. Товарищ полковник, лейтенант Коз для вручения диплома прибыл. Поздравляю, Свеса. Все будет хорошо. Вот такой командный голос. Молодец. Служу России. Настрой. Есть. Товарищ полковник, лейтенант Зюшкевич для получения диплома прибыл. Артур Эдуардович. Артур Эдуардович, поздравляю с окончанием училища. Все будет хорошо. Служу России. Строй. Дай строй. Есть. Служу России. Сегодня поздравим вас с выпуском. Из вашего родного училища пришли депутаты и сенаторы Федерального собрания. Это не только праздник, что вы стали офицерами, лейтенантами, но только вам дозволено стоять на этой самой лучшей площади не только Москвы, России, но и всего мира. Потому что по этой площади в 41-м году шли войска, которые разгромили Германию, а другие войска ночью сбегали из тех стран, где они пытались навести порядок в последней эвакуации американцев из Афганистана. Вы не просто наша армия, лучшая часть ее, новое пополнение, новое поколение офицерского корпуса. Но вы не только защищаете нашу страну, но вы сегодня обеспечиваете безопасность всей планеты Земля. Если вас не будет, не будет России, не будет всего мира, везде будет халат, везде будут сплошные пожары и наводнения, как сегодня это стихийные бедствия. Это будут уже социальные, государственные. Поэтому вы должны гордиться. Для вас это праздник не просто одеть лейтенантские погоны, а праздник быть армией, которая обеспечивает мир и безопасность всей планеты, всем миллиардам. Они не умеют воевать, у них нет. Они всегда проигравшие. И вы видите, они уходят со всех своих баз. А русскую армию зовут, встанут на колени и будут знать вас, что вы спасли. Потому что готовятся к вторжению в Азии, беспокойный Южный Кавказ, Ближний Восток и дымит Украина. Они играют в войну, воевать не могут. И хотят, готовы заплатить любые деньги, потому что их солдаты не участвовали в реальных военных сражениях. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы из вас, из лейтенантов, выросли будущие генералы, маршалы. И да пройдет всего 20 лет, мы придем сюда, и они придут сюда в новой форме, и вы обязательно получите награды. Мы, конечно, хотим, чтобы не было потерь в нашей армии. Но в гражданской жизни куда больше потерь. То самолет отпадает, то поезда, то мост разрушен, то еще что-то. Поэтому в общей жизни всегда, кто не умеет, кто слаб, может оказаться жертвой. Но вас хорошо подготовили. Это лучшее училище. И мы добьемся, чтобы оно носило звание гвардейское. Вы и есть наша гвардия. Вами гордится страна. Если у вас нет погонов с русской армии, то трудно определить, в каком государстве мы живем. Поэтому вы доблестно представляете страну. Сейчас за вами свидание. Все генеральные штабы, НАТО, Америка, Германия, что они не знают, что им делать. Они не смогут выиграть больше ни одного сражения. Они занимаются только пропагандой. Мы тоже можем заниматься пропагандой.
пропаганды. У меня военно-учетная специальность как раз спецпропаганда. Курс 2036 до сих пор помню. И там служил, на Кавказе. 50 лет назад я начал службу. И, так сказать, наших офицеров поднимали на самолетах в воздух, чтобы помочь арабам, которые терпели поражение за поражением. Сколько оружия и денег не давали, нет в армии. А война заканчивается поражением. Русский дух, мужество, смелость, отвага только у русского солдата и его офицера. Вы армию товарищ Суворов. Вы с Кутузова сошли до Парижа. Уже с другим командующим, но отсюда из Москвы он вел вас до границы. С другими маршалами до Берлина. Вы брали столицы всех планет. Вы все громили. Они с завистью смотрят. Вы им даем лучшие самолеты. Российские аппараты. У них ничего не получится. Вы должны жить на этой русской земле. Быть вдохновленным. Потому что это центр мира. И туда, далеко в Азию и в Европу. Это все мы, столицы всего мира. Я вас поздравляю с этим замечательным днем. 24 июля. Запомните этот день. День рождения каждый год. Новый год каждый год. А этот день единственный у вас. Вы в Институт Академии. Самый первый праздник выпуска. Это родное училище. Ваши жены должны со слезами на глазах продолжать на службу днем. Радостно встречать вечером. Теща должна молчать, чтобы она никогда не возникала. Вы глава семьи, и вы главное действующее лицо для нашей Родины, чтобы была счастливая семья. Хорошая квартира должна быть, дешевые машины, какие-то дачи, нормальный отдых, медицинское обслуживание. Армия заслужила, чтобы иметь более высокое жалование, удовольствие, жить более комфортабельно. Это все будет. Мы постараемся обеспечить через комитет по обороне Государственной Думы. С праздником, дорогие лейтенанты! Вы армия, которая сегодня защищает всю планету! Товарищ полковник, я смотрел, вручали да. Вы лично сегодня дипломы, и многим вот посмотрели в глаза лейтенантам. Что увидели в глазах? Ну, это вот наша новая армия. Они почти все ровесники. Я вспомнил, как я стал лейтенантом. Это прошло более 50 лет назад, в 70-м году. И они все более образованные, я уверен. Хорошо все знают, подготовлены и готовы выполнить любое задание. Среди них не будет ни одного дезертира, ни одного предателя. Надо на юг бросить их, на восток, на запад. Лучше, конечно, дома быть. Но армия для того, чтобы где-то на каких-то рубежах обеспечивать нашу безопасность. Армия, чтобы не было войны. Не воевать, а чтобы не было. Поэтому чем сильнее армия, и более бравые, посмотрите, красавцы. И более бравые, сильные, мощные, образованные офицерский корпус, никакой войны не будет. Вот такие будут идти. Все наблюдают. И в Нью-Йорке, и в Берлине, и в Париже. Все смотрят. Вот она идет. Армия, которая единственная способна побеждать. Она нужна для этого. Показать им все. Отсюда, из центра, с Красной площади. И тогда никто нигде не поспеет поджигать, так сказать, какие-то очаги напряженности. Вот она нужна сюда. Самый современный тип. Главное люди. Хорошо подготовленный офицерский корпус, который все знает. Готов момент выступить для выполнения любой задачи, любого задания. Будешь гордиться? Да.
переоценить роль ЛДПР в истории нашего училища, потому что именно Владимиру Вольфовичу Жириновскому училище обязано своим вторым рождением. Как известно, это старейшее училище, организованное в 1917 году указом Владимира Ильича Ленина, но, к сожалению, в 1997 году на 80-летний юбилей приказом министра обороны, значит, тогда был маршал Советского Союза еще Сергеев, то есть училище готовилось упразднить училище. И я обратился к Владимиру Вольфовичу, то есть непосредственно Владимир Вольфович встретился с Борисом Николаевичем Ельциным, и министр обороны отменил данную директиву, и фактически вторым своим рождением училище обязано непосредственно председателю ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому.